Всем привет, меня зовут Татья, и я вас приветствую на своем канале. И это оформление планера на декабрь. У меня уже появилось новогоднее настроение. Поэтому планер на декабрь будет оформлен в новогоднем стиле. Перед тем, как начать, я создаю уютную и комфортную зону для работы. Потом достаю планер и начинаю. На самой первой странице черным брашпеном я пишу название месяца. И обвожу еще раз, чтобы было более красиво. И начинаю оформлять эту страницу. Ее я решила сделать с леденцами и веточками елки с ягодками. Вот такой вот у нас получился первый разворот. На второй страничке я решила сделать такой мини-календарик на декабрь. И все оформить елочками. Вот такая вот у нас получилась вторая страничка, и переходим к третьему развороту. На третьем развороте первого листка решила сделать такое письмо в конвертике, где буду писать подарки, которые нужно купить родным, близким, друзьям. На второй страничке я решила сделать новогодние фильмы. Туда я напишу свои любимые фильмы или фильмы, которые хочу посмотреть. Конечно же, оформляем наклеечками, как без них. Вот такой вот у нас получился третий разворот. И переходим к четвертому, пятому и шестому развороту. На этих разворотах будет планер, куда я буду писать свои запланированные дела на день. И вот таким вот образом я оформляю все остальные развороты. Потом посередине я решила украсить наклеечками и нарисовать рисунки. Хотела сделать красивые рисунки подарков, но не получилось. На следующем развороте я решила нарисовать снеговика. И украсить наклеечкой. На предпоследнем развороте я решила нарисовать елочку. И на самом последнем развороте я пишу Happy New Year и украшаю 31 декабря. Ну, то есть ячейку для этой даты. Вот такой у нас планер получился. Если комментарии будут открыты, обязательно пишите, ждете ли вы Новый год. И всем спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео.
Если да, то поддержите, пожалуйста, его лайком и подпиской. Всех люблю и всем пока. Кстати, подпишитесь еще на мой инстаграм.